Я самая счастливая на свете. Есть девочки богаче и красивей, есть умные, талантливые дети, но мало кто из них меня счастливый. Вы спросите, что счастьем я считаю, и я вам ответить вам легко сумею. Себя вполне счастливой почитаю, что маму-христианку я имею. Она мне говорит про Иисуса, к словам священным с детства приручает. У нее Творца любить учусь я, когда мне на вопросы отвечает. Я вырасти такой хочу, как мама, не быть ленивой, гордой, грубиянкой, идти путем Христа послушно прямо, быть истинной, примерной христианкой. Аминь.